Потому что хотя написал он очень мало, почти ничего в сравнении с другими, но зато каждая страница у него на вес золота и даже если бы их, не дай бог, не было, то мы бы и без них бы, грубо говоря, обошлись благодаря вот Лермонтову. Если бы, конечно, его не положили, как бы чувствуя, что надо дать дорогу другим, ведь если все сделает Лермонтов, то что будет делать Толстой, Достоевский? турги. Ну чем они будут заниматься? Ну что, охотиться просто? Ну тоже вулканический гений. Потому что ни Толстой, ни Достоевский, они, будучи, может, лучшими вообще писателями всех времен и народов, все-таки именно в русском языке имеют определенные недоимки. И всему придать какую-то жуткую, жуткую, жуткий уют. Читая сказки Андерсона, чувствуешь какую-то жуть, но при этом не страшную, а именно такую приятную, какую-то легкую. Как в каком-то доме, где ходят сквозняки, хлопают двери, но ты сидишь возле камина и тебе как-то не, не, не очень страшно. И я бы сказал, что Андерсон, как ни странно, в чем-то приближается к Достоевскому. Они как раз оба владеют этим умением создать жуть. Приятной сделать ее желанной какой-то жуть, который влечет. Что он себе позволяет? Где Платонов и так далее. Ну вот скажу вам так, что я себе думаю, где же этот великий уникальный экспериментальный, протосюрреалистический текст, вот могу вам ответить, что вместо него у меня есть... Винни-Пух — Винни -Пух. это такое же великое создание человеческого воображения, как Наташа Ростова или Люсьен Рюбампре. Тогда как сила его и величие — это как раз его стиль, его форма, его умение облечь отвлеченные материи в яркую, огнедышащую, бьющую током, провоцирующую форму.